По восточному гороскопу 2022 год водяного тигра. Что ждать от этого полосатого хищника, рассказывает Анета Шаповаленко. За счет того, что маячущий... Это была первая попытка записать лайв. Темпераментный и пылкий тигр Ренат не дает сказать и слова, перебивает и предлагает слушать его. Такие клыки можно увидеть, если только вы нарушили покой полосатого. Ренат пообедал, но, как положено хищнику, охраняет остатки еды. Ждем, пока царский кот погуляет, отдохнет. Теперь можно знакомиться. Согласно китайскому календарю, Новый год наступит не 1 января, а 1 февраля. И ворвется в этот мир большой полосатый тигр. Узнаем, что ожидать нам от этого грядущего года. Зверь немного насторожен, но любопытство берет верх. Вселенная во главе с тигром говорит, это хорошее качество в новом году, не бояться чего-то нового. Сам Ренат, похоже, вообще ничего не боится. Знает, он здесь хозяин. Белых тигров выводят исключительно в зоопарках. В дикой природе такую расцветку не встретишь. Здесь у Рената дом и подруга. Вот она, ярко-рыжая тигрица Бася. Как и подобает женщине, ласковая и общительная, любит внимание. Пока полосатый муж не видит, в соседней комнате заигрывает с другим. Очень мягкая, ласковая. То есть ведет себя как огроменная, здоровенная, но как все-таки домашняя обычная кошка. Да. Коробки ей тут вот от холодильника закидывали, так она в эту коробку, как маленькая кошка, залезает. Довольное счастье море просто урчит, урчит. Васечка, Васечка, хорошая кошечка, такая девочка. Нос-то хочется потохмачить, потохмачить носик. Если у кого-то есть дома кошки, то они обязательно меня поймут, потому что эти животные не посидючие, там повалялась, тут полежала. Астрологи рекомендуют брать пример с полосатых. Да, хорошая девочка, да-да-да. Грядущий год – год перемен, поэтому полезно будет осваивать новые навыки, даже новую профессию, а некоторым будет полезен даже переезд на новое место. Бася, ты куда? Бася, ушла. Бася и Ренат – представители бенгальской породы. Вместе это банда с самого тигриного детства – 6 лет. Недавно стали родителями и отметили чугунную свадьбу. За столько лет в браке Бася научилась усмирять своего пылкого мужа. Здесь достаточно взгляда, пара секунд, и брутальный самец превращается в пушистую мурлыку. Ренат, мальчик, хороший такой мальчик. Ты такой хороший мальчик, а ты такая коска. Ты коска. Долго заигрывать символом года не получится, да и не стоит. Тигр терпеливый, но дразнить хищника, как и предстоящий год, не стоит. У тигров, как правило, очень крепкий иммунитет, поэтому это грациозное кошачье справедливо считает, здоровье в этом году будет только у тех, кто ведет здоровый образ жизни и много гуляет на свежем воздухе, как Бася, например. Анета Шаповаленко, Дмитрий Редькович, ТСВ.